Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что ученые, их труды и открытия пишут историю российского высшего образования. Казанский университет – один из старейших вузов России. Он стал местом рождения неевклидовой геометрии, парамагнитного резонанса, теории строения органических веществ и многих других открытий мирового значения. Сменялись столетия и поколения, но любовь, уважение и преданность к науке нет. Сегодня, как и вчера и завтра, вуз готовит первоклассных специалистов в своей области и притягивает все больше молодежи, вовлекая в активную научную деятельность олимпиады и конференции. Всероссийская школа конференции с международным участием «Материалы и технологии 21 века» – одно из таких мероприятий. На открытии с торжественной речью выступил директор Химического института имени Бутлерова Марат Зиганшин. Он подробно рассказал про историю становления и развития конференции. В 2000 году Казанский государственный университет, тогда еще был, он выиграл грант. Он назывался грант, номер даже, как сейчас помню, РЭК-007. Этот грант совместный с нашего Министерства науки и высшего образования – Российской Федерации и Американского фонда гражданских исследований и развития. Этот фонд был создан, по-моему, в 1995 году, и вот уже через 5 лет фонд выделил средства, это были валютные средства, и какая-то часть была выделена, насколько могу ошибаться, примерно 50-50 от Российской Федерации. Одним из условий этого фонда было проведение конференции. Конференции для студентов, молодых ученых нашего университета. И, соответственно, здесь собрались такие маститые ученые. Я помню, там был Альберт Аганов, был Кев Минулинович, тоже академик. И решили, что сделаем конференцию не какую-то узконаправленную, а междисциплинарную. Сейчас у молодых исследователей гораздо больше возможностей. Нужно понимать, что Казанский федеральный университет является одним из лидеров в различных направлениях. Ну, вот скажу по своему институту, это у нас лидирующая позиция, например, в области калориметрии и термического анализа. Создана единственная лаборатория в Российской Федерации с такими возможностями. Для молодых ученых и аспирантов Казанского федерального университета проведут мастер-классы и лекции, на которых опытные профессора и наставники расскажут про особенности изучения самых разных наук. Участники также могут представить свои работы и достижения. По итогам будет составлен сборник лучших материалов и докладов. Данная конференция 2014 года проводится под эгидой Ассоциации молодых ученых Казанского федерального университета, и в этом году она впервые проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках гранта, направленного на поддержку деятельности студенческих научных сообществ. Цель данной конференции, чтобы студенты из разных областей доложили о результатах своей работы, о своих интересах, для того, чтобы мы могли их познакомить между собой, поскольку именно в рамках таких знакомств возникают междисциплинарные исследования, а именно они являются топовыми и позволяют получить наиболее интересные результаты по сравнению с тем, что студент работает в одной только лаборатории и имеет однобокий взгляд. А вот если встречается несколько исследователей, физики, химики, биологи, программисты, люди с какими-то другими интересами, вот тогда они могут придумать всякие интересные вещи. Учение света, а не учение тьма. Занятия наукой открывают возможности для перспективного развития не только человека, но и университета и всей России. Для молодых ученых и аспирантов это уникальная возможность попробовать свои силы, проверить знания и продолжать покорять вершины науки. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина, Универ Новости.